самое быстрое Малибу 2 Турбо в Узбекистане. Готов ли ты к этой гонке? Камран, перед тобой самое быстрое ридевятое в Узбекистане. А ты готов к этой схватке? Я готов. У нас получается 2 литра. Здесь 350 где-то лошадиных сил, спрыск водометанола, ну и доработанный выхлоп не шумный. Ну, а мы что имеем? Просто стоковую ридевятую. Согласен, вам особо потеть не пришлось. Но мы сейчас посмотрим, как это будет на гонке. Там-то просто надо на газ нажать вовремя, а здесь нужно подготовиться. Ну что могу сказать, очень быстрая малибушка. Но я вначале тормознул, если честно. Я на 2 секунды где-то позже стартанул, или на секунду точно. Давай мы тогда по-другому сделаем. Ты стартанешь, я за тобой поеду. Думаю, да, лучше так. Это будет наиболее честное противостояние. Я тоже не показал лучшее время, далеко не показал. Но будем сейчас пытаться более-менее близко стартовать. Поехали. Начинаем уезжать, уже приличная разница. Джахангир, мы сделали 2 заезда, у нас получилось 2-0. Второй раз ты очень хорошо стартанул, я хочу, чтобы ты поехал за рулем данной машины и получил кайф. Давай, попробуем. Ну что, мы сейчас заехали 2 раза с места, Малибу себя очень серьезно показывает. Взяла. Да, она быстрее. Но мы сейчас хотим сделать по-другому. Чтобы Джахангир понял, насколько она интересно едет, насколько она дурная, я сяду за Лисянкли 9, он сядет за Малибу. Я хочу прочувствовать, да, что это такое вообще, блин. Да, мне тоже интересно, что он скажет по поводу этой машины. Поехали. 1, 2, 3. Я думаю, да, тут все и так ясно. Но могу сказать одно точно, то что Малибу с турбиной, ну, это какие-то непередаваемые ощущения, новые. Ну что, мы сегодня очень интересно погонялись. Какие твои ощущения после того, как ты посидел за рулем самый быстрый Малибу 2 Турбо в Узбекистане? Во-первых, гонки — это кайф. Наши люди это любят, в том числе и я. Во-вторых, Малибу — это что-то с чем-то, я не знаю. Есть какой-то свой кайф сидеть на Ли 9, на Бэхе, но турбированная Малибу, Лассети, Некси — это по-своему, это другой кайф. Согласен. Короче, очень прикольная тачка. Я не знаю, сколько на нее потратили, но ощущение, ну то есть кайф в ней есть какой-то. Как минимум в нее вложили в душу. Но сейчас многие подписчики подумают, что мы рекламируем местный автопром. Нет, мы тюнинг. Мы за гонки, за тюнинг и на закрытом участке дороги. Не делай это в общественных местах. И за автолюбителей, потому что для кого-то, кто-то кайфует от этого, вложить на Малибу, чтобы она гоняла. С виду не палевная, стоит на светофоре такая, там, я не знаю, я подъеду на Бэхе, он скажет, и я скажу, да, что ты со мной там, что ты хочешь? И в итоге светофоре он так может меня обогнать, что я охренею просто. Это дает свое удовольствие таким любителям. Кайпвор. Ну что, на этом закончим. Я думаю, здесь нету проигравшев. Ну что, ужин с меня тогда? Нет, на ужин я тебя приглашаю за то, что ты сегодня первый гость в нашей программе Drag Race. Джахангир Латыпов. Спасибо тебе, бро. Спасибо Drag Race, Узнюсу. Желаю вам процветания и успехов. Я жду новые вызовы. Сделаем, подготовим. Ждем, давайте, удачи.